Здравствуйте, уважаемый президент. Здравствуйте, дорогая доченька Светлана. Я очень рад вас слышать. Сегодня ночью ты достигла, я думаю, историческое достижение. Ты стала первой узбекской олимпийской медалисткой по тэквондо. Мы все с волнением наблюдали за каждым твоим выступлением. Я хочу сказать, что ты продемонстрировала поистине высокий боевой искусство и дух настоящего воина. Я смотрел и гордился. Я поздравляю тебя с олимпийским серебром. Очень гордимся тобой. Спасибо твоим родителям, тренерам, наставникам, воспитавшим тебя, достойной дочери своей страны. Я искренне желаю успехов, еще будет много в спортивной карьере, счастья и благополучия. Я горжусь тобой, дочь. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за поздравления. Очень хотелось завоевать золотую медаль. Эта медаль серебряная, как на вес золота. В феврале, в декабре месяце я еще дома лежала и не могла ходить из-за травмы. И эта медаль очень ценна. Я очень благодарю свою страну, свою родину, всех тех, кто причастен к этой медали. Она наша общая. Спасибо. Я слышал, что травма была. Несмотря на это, ты была уверена, и у тебя любовь к родине была. И на самом деле ты достигла невозможного. Я поздравляю тебя, дочь. Спасибо вам огромное. Спасибо за поздравления. До встречи в Ташкенте. Спасибо. Ассаламу алейкум, мухтарам президент. Салам алейкум, Акбаржан балам. Албатта, оғыр атлетика басыларда, мана шу олимпия ойынларда икинчи бор саврындор бўлдинг. Чин қалбимдан, ўзим номимдан, халқимиз номидан самими табриклайман. Албатта, ишонаманки, ҳали келажакда кўп-кўп натижалар берасан. Кеча кайфиятингни кўриб, манам анча хафа бўлдим, лекин сан билгинки, бу икки карра саврындор бўлиш ҳозиргача ўзбек штангазда йўқ эди. Ниятларинг баланд ва бу ниятларга биз ҳамма шароит яратиб, келажакда албатта тилло қиламиз. Ман бунга ҳеч қандай шубҳам йўқ. Ҳали юртимизда жуда кўп медаллар олиб келасан, мен бунга 100% ишонаман ва омадлар тилайман келажакда. Рахмат коттага. Кинг Олимпиада кумуш медални олтинга айлантирамиз. Бунга ҳеч қандай шубҳам йўқ. Toshkentda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum muhtaram prezident. G'olamjon, chin qalbimdan tabriklayman. Bu bronza, bu ham katta g'alaba, katta natija. Oldinda juda katta marralar, juda katta ishlar turibdi. Men faqat mana shu senga omadlar tilayman. Omadlar yor bo'lsin. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Assalomu alaykum, уважаемый президент. Здравствуй, дорогой Азамбек. Вчера ты одержал такую блестящую победу, подарил огромную радость узбекскому народу и всем нам. В финале поединке ты проявил высочайшее мастерство и одержал заслуженную победу над сильным своим соперником из Японии. Спасибо, я поздравляю тебя, горжусь тобой. Ты настоящий боец, герой и достойный пример для молодежи Узбекистана. Уверен, что впереди тебя ждут еще много-много побед. Я от души желаю тебе счастья, успехов в жизненном пути. До встречи в Ташкенте, дорогой мой. Спасибо большое. Ваше внимание, поддержка для нас большая мотивация. Наши победы, медали – это все для узбекского народа и в том числе для вас. Спасибо вам большое. Рахмат. Ассаламу алейкум, мухтарам президент. Ассаламу алейкум, Абдувалик балам. Мана ниятлар амалга ошу, бутун Узбекистан халқи номидан сани табриклайман. Абдумалик балам, сенга олимпиадада ҳам ишонаман деган эдим. Ишончингизни албатта оқлашга ҳаракат қиламан деб қаттий ишонч билан айтганинг ҳеч қачон эсимдан чиқмайди. Рахмат, ҳурматли президент. Албатта сизга ваъда беруvdim. Ваъдамни устидан чиқгандан жуда хурсандман. Ўзбекистон халқини ва сизни хурсанд қилгандан хурсандман. Париж олимпиадасида янги Ўзбекистоннинг янги ёшлари қанақа кучга эгалигини кўрсатдик ва халқимизни сизни хурсанд қилдик деган умиддамиз. Rahmat. Juda qattiq xursand qilding, balam. Xursand qilding. Tayyorgarligimiz mukammal bo'lganini namoyon qilding. Rahmat, hurmatli prezident. Mana shu fursatdan foydalanib boshchilarimizni, bosh murabbiysi uchun fidoyisi bo'lgan To'lqin Qilichovga ham tezda sog'ayib ketishini tilayman. Mana shu mani gaplarimni unga ham yetkazinglar. Xo'p, hurmatli prezident. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Bahodirjon o'g'lim, qahramon o'g'lim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tarixiy g'alabang bilan chin qalbimdan tabriklayman. Eng og'ir vaznda dunyoda tengsiz ekaningni yana bir bor butun dunyoga ko'rsatding. Bu biz uchun juda katta faxr, iftixor va g'urur bag'ishladi. Bu final janging ispaniyalik raqibing ustidan unga hech qanday imkon qoldirmaganing, Tokio Olimpiadadan keyin menga Parijda ham oltin olib kelishga va'da bergan eding. Buni bugungi tarixiy zafarning va'daga mos bo'ldi. Kelgusida albatta kecha aytganingdek professional boksda o'tish niyatingdan ham xabardorman. Katta-katta g'alabalar hali bizni oldimizda turibdi. Mana shu poytaxtimizda nominga ochilgan boks bo'yicha sport mahorati maktabida yana yuzlab, minglab
o'zbek bahodirlarini katta-katta ringlarga tayyorlashiga men ishonaman. Doim sog'omon bo'lgin. Albatta uydagilarga meni nomimdan yana bir marta onaga mendan katta rahmat deb aytib qo'ygin. Kelinga rahmat degan. Ular seni juda katta intizor bilan kutayapti. Sog'-salomat bo'l bog'ojon, Toshkentda ko'rishguncha. Rahmat muhtaram prezident. Bizga sportchilarga shuncha sharoitlar yaratib beryapsiz. Mana shu yerda Fransiyada o'zbek muxlislari qo'llab-quvvatlab turdi. Bu hammasi sizni biz sportchilarga bildirayotgan ishonchingizdan. Xudo xohlasa biz ishonchingizni oqlaymiz. Xudo xohlasa professional boksga o'tdim. Professional boksda ham dunyoda yagona mutlaq jahon chempioni bo'lib og'ir vaznda Xudo xohlasa O'zbekistonni yangi tarixini yaratamiz inshaalloh. Bunga hech qanday shubham yo'q. Qahramon o'g'lim, yoshlarga seni timsolingda bu g'urur, iftixor, bu namuna bu bilan. Har vaqti Bahodir Jalolov to'g'ri gapirganda o'zim juda katta sevinch, quvonch bilan, mehr, muhabbat bilan gapiraman. Rahmat muhtaram prezident. Xudo xohlasa shu siz qurib bergan maktabdan ham ko'plab olimpiada jahon chempionlari chiqaramiz. Hozirda o'zida ikkita shogirdimiz Osiyo chempionatiga ketyapti. Bu biz uchun katta bir yutuq. Endi ochilganimizga qaramay ikkita shogirdimiz uchun Osiyo chempionatiga ketishyapti. Hali ko'p-ko'plari Osiyo jahon chempionatlariga o'zing bosh bo'lib, o'zing murabbiy bo'lib, ko'p-ko'p niyatlarim bor mana sendan. Sog'-salomat bo'lib, hammamizni xursand qilib yurishingga ishonaman men. Sog' bo'lgin bola. Rahmat muhtaram prezident.